Добрый день, Александр Константинович, уважаемые коллеги. Тема сегодняшнего у меня доклада действительно ранее уже была очень крайне подробно озвучена, крайне красиво проиллюстрирована. Приятно было слушать предыдущий доклад. В начале доклада я бы хотела поблагодарить Европейскую ассоциацию урологов, которая все-таки поддержала нашу идею по проведению данной конференции, потому что информация действительно, с одной стороны, очень много, она доступна, но почему-то при этом пациенты, мужчины о данной проблеме знают крайне мало. Вчера при подготовке к данному докладу, в частности, про ВПЧ-вакцинирование, подняла такую статистическую информацию, что когда появилась вакцинация женщин от ВПЧ-инфекции и вставал, собственно, вопрос про ВПЧ-вакцинирование у мужчин, порядка 50-55% женщин старше 25 лет согласны на вакцинацию, зная о том, что данное заболевание в перспективе в 90% случаев практически переходит в рак шейки матки. У мужчин данный показатель составляет всего 25%, при том, что как бы предварительно перед согласием у данного, допустим, потенциального пациента на вакцинацию рассказывались варианты предраковых и раковых заболеваний, ассоциированных с ВПЧ-инфекцией. Тем не менее, статистика такова. Собственно, статистика по поводу предраковых заболеваний следующая. В основном по локализации поражения происходит в области головки, в области крайней плоти, и только 2% поражения, собственно, тела полового члена. В отношении эпидемиологии она неоднозначна. В странах более развитых, в странах западного мира коэффициент заболеваемости составляет всего один случай на 100 тысяч населения. В Российской Федерации данный показатель составляет менее одного пациента на 100 тысяч случаев. И в таких странах, как Индия и Африка, действительно достаточно высокие показатели. Например, в Уганде данный показатель составляет 4,4 на 100 тысяч мужского населения. В отношении возраста в основном это пациенты старше 45 лет, и в подавляющем большинстве случаев, то есть это порядка 40-45%, это пациенты категории старше 66 лет. В отношении молекулярного пути развития предракового заболевания и в перспективе это рака полового члена, в основном это провоцируется двумя путями, это в виде хронического воспаления, либо HPV-инфекция. И в отношении хронического воспаления раздражение, наличие длительного воспаления, которое, в частности, ранее было озвучено в предыдущем докладе, провоцирует поломку в гене протеина P16, собственно, в результате нарушаются пути апоптоза, и в перспективе это провоцирует к неконтролируемой пролиферации клеток, собственно, в начале эпителия, в частности, на головке, либо на крайней плоти. Второй механизм, этот, опять же, за счет воспаления, это активизация путей циклооксигеназы, которая в перспективе провоцирует повышение экспрессии сосудистого эндотелиального фактора и фактора роста. И про HPV-инфекцию, про которую тоже много уже ранее было сказано, это встройка непосредственно ДНК генома вируса, которая провоцирует непрерывное, неконтролируемое деление клетки. Факторы риска, которые выделяет Европейская ассоциация урологов, действительно связаны с фимозом, связаны с хроническим воспалительным процессом. Отмечается ассоциация с фототерапией, которая проводится по поводу различных дерматологических, неонкологических заболеваний. У курильщиков имеется повышение риска в 5 раз, против тех, кто не курильщики. Жевание табака также не влияет на снижение частоты развития рака полового члена. HPV-инфекция также входит в факторы риска развития рака полового члена. Ну и здесь вот небольшая демонстрация, что фимоз повышает развитие рака полового члена от 11 до 16 раз. Действительно, наименьшая распространенность рака полового члена описана среди иудеев, то есть это
меньше единицы, 0,3 на 100 тысяч населения в год. И все это обусловлено, что в неонатальном обрезании удаляется около 50% ткани, из которой в перспективе развивается непосредственно рак. Но при проведении исследований, если проводить обрезание уже в постнатальном периоде, то есть это в возрасте 25 и старше, не влияет на частоту возникновения впоследствии предраковых и ракового заболевания полового члена. Далее, хронические воспаления, то есть ассоциированные с фимозом, как я уже сказала, проведение фототерапии ультрафиолетом, повышение риска практически в 10 раз после такого количества сеансов, и ВПЧ, и остроконечные кандиломы. По поводу факторов риска еще хотелось сказать следующее, что первое, фреска, которая представлена, датируемая практически 2500 лет до нашей эры, когда иллюстрирующая гигиенические мероприятия в Египте, из публикаций, которые мне удалось, наиболее ранние, посвященные гигиене, собственно, обрезанию и фимозу, мне удалось найти статью 1933 года, где на 107, это популяция, изучалась популяция в Китае, и в 82% случаев развитие рака полового члена было ассоциировано именно с фимозом. Также представлена связь в систематическом обзоре 2011 года с циркумцизии, с гигиеническими мероприятиями, что ассоциировано с повышенным риском развития рака полового члена в перспективе. По поводу HPV-инфекции, действительно, в настоящий момент Европейская ассоциация урологов рекомендует выделять HPV-ассоциированный рак полового члена и HPV-неассоциированный. При этом встройка ДНК в основном играет свою роль для предраковых заболеваний, потому что при оценке генома в 42% случаев было выявлено непосредственно при карциноме плоскоклеточной, в случае дисплазии в 90% случаев выявлялся геном HPV-инфекции и в 100% случаев в случае кандилом. По поводу HPV-профилактики, просмотрела ряд действующих рекомендаций. Действительно, в 2006 году, когда FDA одобрили применение вакцинации у женщин в качестве меры профилактики рака шейки матки и ассоциированных HPV-инфекций у женщин, в настоящий момент HPV-вакцинация рекомендована для мальчиков и для девочек, согласно ассоциации, противораковой ассоциации американской, в возрасте от 9 до 12 лет. Не рекомендуется вакцинация у людей старше 26 лет, а в отношении, когда начинаешь искать информацию по поводу профилактики непосредственно HPV-инфекции у мужчин и профилактики рака полового члена, рекомендуются следующие мероприятия. Это ограничение курения, гигиенические мероприятия, барьерные методы контрацепции и циркумцизия. И в основном циркумцизия, подчеркивается, что она ассоциирована с тем, что будет снижаться частота развития HPV-инфекции. Тем не менее, не рекомендуется тотальная профилактика данной инфекции путем вакцинирования. С предраковых заболеваний действительно у нас выделяют заболевания, которые спорадически приводят к развитию рака полового члена, ранее озвученные, и которые не ассоциированы с высоким риском. Здесь все-таки представлена более старая классификация, то, что отдельно выделяют пенильную интраэпителиальную неоплазию третьей степени, отдельно кандилому Бушке-Левенштейна, эритроплазию, болезнь Боуна и болезнь Пиджета. На самом деле пенильную интраэпителиальную неоплазию выделяют трех типов. Это ПИН-1, ПИН-2 и ПИН-3. Все это связано с тем, что если вот на первом графике у нас представлена обычная, в обычной эпителии, обычной толщины, то на фоне дисплазии и изменений эпителия ПИН-2 будет представлять собой бовиноидный популез, а все, что ПИН-3, это эритроплазия Кейра и болезнь Боуна, о чем я скажу немножко дальше. Но сейчас вернемся в начало.
Собственно, если мы говорим про PN2, это в основном изменения касаются изменения толщины эпителия. Почему у меня не получается? Касается изменения толщины эпителия на 2/3, идет изменение митотической активности, гиперпролиферация. PN3 практически весь эпителий, это нижний гистологический препарат, на всю толщину эпителия происходит изменение. Тем не менее, все-таки еще сохраняется базальная мембрана перехода эпителия в дерму. И именно непосредственно, когда произойдет нарушение, разрушение этой мембраны, можно будет уже говорить о формировании непосредственно ракового заболевания, плоскоклеточного рака в данном случае. Также здесь представлены результаты голландского исследования 2018 года. На 380 случаях PN они продемонстрировали, что да, действительно, средний возраст пациентов это 55 и выше. Но при этом, если просмотреть время до прогрессирования в случае наличия данной интраэпителиальной неоплазии, то самое благоприятное это PN1. Потому что время до прогрессирования практически составляет 44 месяца. Тем не менее, наименее благоприятными являются состояния PN2 и PN3, и PN3 действительно является самым таким облигатным предраковым заболеванием. Ну, непосредственно по поводу PN2, это бовиноидный папулез, здесь продемонстрировано, что это, как правило, это маленькие папулы с неровными краями, сливающиеся между собой. При гистологическом исследовании это множественные киелоциты, изменение эпителия на 2/3. Характеризуется действительно крайне заразное заболевание для пациентов более молодого возраста, это 25+, и в 73% случаев ассоциировано самостоятельным регрессом данного заболевания без каких-либо мер лечения. PN3 или эритроплазия Кейра представляет собой, как правило, такие махровые красные бляшки. Основная локализация – это головка полового члена, либо переход на крайнюю плоть. И с чем происходит дифференциальная диагностика – это с твердым шанкром, потому что непосредственно в момент перехода состояния PN3 уже в плоскоклеточный рак действительно очень похожи на твердый шанкр. Метод дифференциальной диагностики является это гистологическое исследование. Кандидозный баланопастит чаще всего характеризуется специфическими беловато-серыми выделениями с неприятным запахом. То есть вот с этим состоянием производится дифференциальная диагностика. Также дополнительно в предыдущем случае можно проводить местную окраску 5% уксусом, либо при микроскопии можно окрашивать иммунопероксидазой, и тем самым подтверждается наличие в самом поверхностном слое присутствия HPV-инфекции. Ранее уже была озвучена гигантская кандилома, либо опухоль Бушкелли-Винштейна. Как правило, это та же самая кандилома, но с очень обширным разрастанием. Мне удалось вчера найти клинический случай из города Иваново, который говорится о том, что данный пациент страдает от остроконечной гигантской кандиломы в течение 10 лет, и в течение 10 лет под наблюдением и попытки хирургического лечения опухоль перешла в ту стадию, когда уже прошло поражение уже непосредственно на прямую кишку и на мышцы тазового дна. Как правило, применяются попытки хирургического иссечения данной проблемы. Экстрамамарная болезнь Педжета, о которой тоже было сказано ранее, достаточно крайне редкое заболевание в случае поражения полового члена, составляет всего 2-3% случаев. Ну и в заключение хотела сказать такой цитатой, что каждый рак полового члена действительно имеет свое лицо, то есть действительно должна проводиться дифференциальная диагностика методом гистологического исследования, но хотелось бы добавить такую приставку, предрак полового члена тоже действительно имеет свою дифференциальную диагностику методом гистологии. Спасибо за внимание.